Литва, Латвия, Болгария, Польша, Украина, Беларусь, Россия. 7 языков, как 7 цветов радуги. Уже несколько лет они собираются в одну яркую палитру международного молодежного лагеря «Радуга». И здесь они говорят на одном языке – языке дружбы. 7 государств в течение 7 дней будут говорить о том, какими традициями, какими интересными проектами живет молодежь той или иной страны, того или иного города, которые сегодня здесь вот объединились. Делегация из Восточной Европы – это представители городов-побратимов Брянска. Конин, Ауца, Дубница. Украину представляет Чернигов, Беларусь – Гомель. Российские города – Брянск, Орел, Северодвинск. В составе делегации в основном творческие коллективы. Мы вообще сами приехали из Северодвинска, и у нас просто сбор талантов. Среди нас есть танцоры, певцы, художники, а также представители из молодежной палаты. В течение 7 дней молодежь из разных государств будет обмениваться творческим опытом, рассказывать о своих традициях и культуре. Также в программе лагеря игровые и спортивные программы. Мы хотим познакомиться с другими городами, познакомиться с молодежью, познакомиться с городами побратимами и города Брянска, и города Конина. Nasze отношения, międzynarodowe отношения między Koninem i Briańskiem, ich historia, bardzo długa, da? My очень rady, że możemy tu być. На открытие лагеря «Радуга» выступили творческие коллективы из Брянска. Ансамбли «Белые берега», «Эдельвейс» и «Созвучие». Впереди в международной смене тематические презентации стран-участниц. Елена Смирнова, Аристарх Никитин. События. Дядьковский район.